Спортом ця енергійна дівчина почала займатися раніше, ніж навчилася говорити. Міжнародні конкурси та олімпіади зі спортивної гімнастики один за одним визнавали її найкращою у світі. І тепер Надія Васіна й сама не пригадає, скільки ж медалей в її скарбничці. Після тріумфу у легендарному цирку «Дю Солей» вона створила свій власний унікальний проект. За що публіка охрестила її найепатажнішою гімнасткою світу, дізнайтеся просто зараз від самої Надії Васіної. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Що ж, вона не перевершена, вона гнучка, вона прекрасна, тендітна. Ну, просто мрія кожного чоловіка. Надя Васіна у нас в гостях. Надюня, доброго ранку. Доброго раночку. Ну, доброе утро, 1+1. По-перше, ми вже, я казав, що ти цими вихідними дуже вразила всіх киян. Можливо, не всіх, не всі бачили своєю інтимною і вражаючою програмою. Да. До того, щоб говорити про це, давай поки що подивимося, як це було, згадаємо, і хай побачать глядачі ті, хто не бачив цього. Мені дуже інтересно посмотрети. Цікаво, так? Давайте. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Відома українська гімнастка, колишня артистка цирку «Дю Солей» Надя Васіна цими днями презентувала власне шоу «Інтимна кімната Наді Васіної». Свій виступ Надя готувала півроку. Саме стільки часу знадобилося для того, щоб відточити всі акробатичні елементи і презентувати видовище глядачеві. У своєму виступі Надя продемонструвала світ жіночого тіла, спокуси, насолоди, відвертості, просичений пристрастю, чуттєвістю і загадкою. Перед вами кульмінація видовища. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки Аромок Самитовою. Надю, ну я не знав, що ти не тільки гімнастка, а ще й майстер спорту по стрибкому воду. Ну да, благодаря друзьям умею плавати, сама удивилась. На самом деле вода була дуже холодна, була дуже скользка, було холодно, але спасибо, що ви прийшли, спасибо, що відсняли. Я от посмотрела сюжет, на самом деле дуже цікаво, я зі сторони ще не бачила. Вот. И было так много людей около бассейна, я не могла оттуда никак вылезти. Вот. И как вы видели, меня ребята на стеклянном подиуме в конце несли уже к баннеру. Вот. Было очень волнительно, но я рада, что я презентовала. Я надеюсь, зрителям понравилось. Надя, а запланировано было твой этот стрибок в воду? Конечно, именно поэтому мы выбрали такое место с бассейном. Правда, я прыгала между бассейном и моей сценой, было около метра расстояния, то есть мне еще приходилось лететь. Я сразу вспоминала Клочкову и Лисогора, думаю, боже мой, так, как там надо быть, чтобы только не оплошаться. Я телефонный звеночек, алло. Алло. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Доброго ранку, алло, ми вас слухаємо. Доброго ранку, алло, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Ви в ефірі, як вас звати? Мене звати Наталя. А скільки у вас медалей? Ой, здравствуйте, Наташечка, это хороший вопрос, я вам отвечу так. Недавно я пришла в студию, у меня было несколько коробок, и мой друг поднимает одну из коробок и говорит: «Васина, почему ты носишь кирпичи с собой?» Я говорю: «Это не кирпичи, я говорю, это медали». Он говорит: «Ух ты, большая тяжелая коробка». Я не знаю, но это чудесно, что у меня их так много, наверное. Я их не показываю, прячу все время дома. Надюня, ну, отже, повернемся до твоего нового шоу. О, на що ти так епатуєш? Ну, взагалі, ти самодостатня людина. Я бачив і виступи з тобою, і знову-таки виступи у цирку «Дю Солей». Неперевершено, як на мою думку, це суб'єктивне таке моє враження. Але навіщо? Навіщо ти так от роздягаєшся? Навіщо таке і відверте вбрання? Я думаю, воно було доволі-таки скромне. Я виступала в марте этого года мы презентовали мою программу в Париже. В Париже, вы знаете, Лидо, Мулен Руж, там, где девушки в перьях, и
фактически в неглиже. Это все очень красиво, и это меня вдохновило. Более того, когда я сотрудничала с Дюсселей, меня приглашали в Зуманити. Это вот как раз подобного характера программа. Но я тогда по возрасту не подошла, мне не было, я не была совершеннолетняя. Вот, поэтому мне захотелось сделать нечто подобное, и я думаю, у нас получилось. Я была, в принципе, одета, на мне было белье из Сваровски, у меня было украшение на груди из Сваровски, я вся была, в принципе, прикрыта, но публика всегда же по-разному воспринимается. Правильно одна актриса сказала, для кого-то снять туфельку – это уже пошло, а для кого-то полностью раздеться – это совершенно нормально. Вот у всех разное к этому отношение. До нашей разговоры хотят прилучиться глядачи, давай послушаем. Давайте, с удовольствием. Алло. На жаль, зірвався наш дзвоник. Ну, Надь, до речі, ти сказала, там була дуже малою для якихось там програм. Тут тобі на Фейсбуці ставлять запитання з приводу Дюсселей. Які вимоги до артистів цирку Дюсселей? І які можуть бути надзвичайні умови? Юлія Казак запитує. Здравствуйте, Юлечка. Ну, во-первых, самое главное, где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, если это касается спорта, это твоя физическая подготовка, моральная подготовка и твой настрой. Потому что как и в спорте, так и в цирке, так и в любом искусстве, так и в музыкальной сфере нужна самоотдача. Нужна самоотдача и настрой, и целенаправленность. У тебя есть цель, ты знаешь, как ее достичь. Вот если у тебя вот есть этот багаж, то ты, в принципе, можешь ехать смело туда и покорять весь мир. Если ты едешь и думаешь, ой, страшно, там много артистов, я боюсь, я переживаю, ничего хорошего не получится. Как я думаю, в любом деле, в принципе. Надюш, ну ты много была у тебя обмежень у спорте, а в Дюсселей были какие-то тебе, ну, такие обмежения, которые тебе вразили? Ну, ты пришла, тебе сказали, того нельзя, того не можно. Было много вещей, именно поэтому я начала заниматься своим шоу. В своем шоу я сама себе директор. Без обмежень, да? Да, я делаю все то, что я хочу, я творю, мне никто ничего не говорит, разве что публика. Публика хлопает, публика радуется, а значит, это хорошо. И она у нас на звездку, наша публика. Алло. Да, чудесно. Спасибо, здравствуйте. Доброго раночку. Меня зовут Ольга. Дуже приятно. Я из Симферополя. Как бы или родители вам подсказали, или вы сами решили, что вы будете именно гимнастикой заниматься, и настолько серьезно. Здравствуйте, Олечка, спасибо за вопрос. Я в 3 года попала в зал. Вот такой маленькой шкарапеткой. Моя мама была в сборной Союза по легкой атлетике, поэтому как бы у меня спортивные корни уже были. А папа в музыкальной сфере. Соответственно, все концерты я проводила под столом, где-то ползала с игрушками, везде была музыка, везде были либо артисты, либо спортсмены. То есть меня уже с детства в это все впитали. Поэтому как-то оно само собой пошло. Я пошла сначала на плавание. Олечка, я занималась плаванием, фигурным катанием, танцами, и только в 7 лет я попала на гимнастику. Вот. А в 13 я выполнила мастера спорта международного класса. Так оно как-то все спонтанно произошло. Поэтому чем раньше отдавать ребенка, тем лучше, естественно. Надюню, мы тобою пишаємося, ти дуже чарівна, я захоплююсь тобою, власне, дякую, що ти завітала. Вам спасибо большое. Тобі натхнення і творчих успіхів, і багато-багато креативних ідей. Я думаю, ви совершенно вправо. Большое вам спасибо телезрителям, хорошого всем дня.